Всем приветушки, ребятушки, с вами Валерий Хаус и Анабиос Салон Разума. Продолжаем проходить страшную холодную игру. Надеваем наушники и поехали. Кто-то дверью балуется. Так, фонарик. Как обычно, фонарик не забываем включать. Чё, похоже, мы на улицу выходим. О, тут-то вообще, наверное, холод и смрад. Вообще ни черта не видно, просто. Стена. О, стена просто снега так. А. Капитана отшили же. Стоит, грустит. Иди сюда. Блин, я думал телеграмму взять, прочитать, что там написано. Так. О-о-о! Ну посмотрите, сколько у меня жизней. А вот она, телеграмма. Капитану ледокола «Северный ветер». По доставке груза прибыть в конечный порт назначения для промежуточного докования. Подготовить и оформить документы для последующего планового демонтажа судна. Демонтаж судна. Ого, я замерз просто. Понятно. Демонтаж судна, значит. Вот почему он взгрустнул так. Я бы тоже взгрустнул, если бы мне что-нибудь демонтировали, то, что я люблю. Так. А это эхо. Каюта матросов, да, получается? Так, казарма. А, это он сам управляет, не я. А, нет, я. Спят, что? Блин, мне бы погреться. Мне бы погреться. Граммофон. Золотой граммофон. О, а где граммофон? Кто спер граммофон? С музычкой-то веселее было. Машина, полный назад! 20 узлов идем, опасно! А, это, наверное, показывают это. Как раз момент это, столкновения, наверное. Телеграф заклинило. Давай реверс, под трибунал пойдешь. Ход на реверс. Это мы уже слышали такое. Только не здесь. Пожар в турбинном отсеке. Да что ты мне фонарик-то постоянно вырубаешь, а? Так, куда? Куда? Понятно. Дверь с ручкой. Так, там пробоина. Опять дубак. Хорошо, что тут врагов нет. Пока. То жизни вообще. Жизни вообще. Жизни вообще ХП на нуле. Это раздевалка.
Блин, вот такое вот там синее свечение. Там, наверное, дубак вообще, дубак. Всем дубакам дубак. А, или нет, это просто свет из окна. Почему так? А, медпункт. Это сигары, что ли, какие-то? Так. Ну куда же вы? Посмотрите! В лазарет! В лазарет! Лазарет переполнен. В коридор, к стенкам! Быстрее! Быстрее! Жесть, конечно, жесть. Где, блин, лампы? Мне надо погреться. Чуть-чуть хоть ХП прибавилось, но этого мало, все равно мало. Так. Откуда я пришел? Или... Что-то я не понял. Отсюда я пришел? Да. Процедурная. Что у нас из отхаркивающих? Так, готовим пентацина. ЭДТА. Сколько? Сколько есть? Много нужно! Много! Короче, все получили переохлаждение какое-то. Мыть глаза, рот, нос чистой водой. Сменить одежду. Зондовое и беззондовое промывание желудка. Зачем? Зачем? Чё-то я не понял. Аэрон одной таблетки 2-3 раза. При повторной работе 1 мл 0,1% раствора атропина внутримышечно. При неукротимой работе 30-50 мл 10% раствора хлористого натрия внутривенно. Есть и пить не давать, не разрешать. А, короче, наверное, они все... Это же атомный ледокол. Наверное... Реактор долбанул. И радиация, наверное. Вся причина в радиации, наверное. Неокомпенсант, полиглюкин, все, что есть. Внутривенно. До 300-400 миллилитров в сутки. Действуйте. Нет времени. Нет. Ну, заперто. Сюда, что ли? Доктор, коллапс! Коллапс. Кардиамин по 2-4 миллилитра. Имизотона 1 миллилитр 1% раствора под кожу повторно. Внутривенно, капельно, 2-4 миллилитра 0,1% норадреналина на 200 миллилитров без раствора. Действуйте! Жесть. Жесть, какие он там слова говорит. Страшные. Доктор,
Посмотрите. Что здесь смотреть? Что? И так все видно. Они сами насквозь. Светятся уже. Иди пульс проверяй. Иди! Я не знаю. Не понимаю. Ну, я говорю, так и есть. Радиация. Облучила их всех. Что? Почему там так? А. Или это что, это свет? Я думал, это. Текстуры. Баки. С текстурами. Это рентгеновский аппарат. Ничего не делает. Воу. Что ты встал? Что за? Лёд! Мужик этот в капюшоне. Ну, то есть кэп, это я так предполагаю, что это капитан корабля. Призрак капитана корабля. А это что? Это морг? Ё-моё. Нас морги закрыли. А где двери все? Так и будет? Так и будет, что ли? Чё за... Тут решётки появились какие-то. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.